Всем привет, с вами Алекс Уайт. Итак, мы продолжаем дальше проходить нашу замечательную игрушку про Мудокуна Эйба. Так, идем, давайте посмотрим, что нас ждет, какие приключения нас ждут дальше. А, посмотрите, думаю. Ага, смертельные опасности ждут храбрецов, ибо испытания Мудокунов ведут к отчаянию. Выжить в гнездах неистовых созданий смогут лишь искатели славы. Смельчаки, прислушайтесь к совету старцев, только у одного довольно отваги. Хорошо. А этот один, это наш самый Эйб, за которым мы сейчас и играем. Что-то как они быстро летят тут, ничего себе. Оу. Ты чё? Больно же. Хм. Ну почти. Подожжай, чтобы пройти, нам подсказка сверху тут. Угу. Так, а здесь что у нас написано интересного будет? А, медитируй, чтобы вселиться с Лига. Все понятно. Что мы, в принципе, сделали уже. Нажми на... Так, все понятно. Ух, какие там листочки разлетелись. Ну, разработчики, да, иногда в некоторых местах уделяют достаточно такое значение большое, да, различным мелочам, которые были в оригинальной версии игры. Так, там что у нас? А, здесь еще что-то есть. Ну, давайте почитаем, посмотрим. Парамитов и скрабов здесь уже почти нет. А, весь губили мы их. Для нас, посвященных, святы они. Но он должен предстать перед ними, чтобы дальше идти. Из душ их метущихся Шрикул восстанет. Что это такое? Он даст силу тому, кто не дотронет сейчас. А, кто не дотронет, кто не дрогнет сейчас. Да, не дотронет. Нормально. А, вот тут у нас что-то, кстати, есть. Ой, я смотрю, там у нас мудакуны сидят, это. Медитируют. Чё ты? О! Ну, еще один. Воу! Да тихо ты! Ничего. Ну все нормально. Практически прошли. Практически так же сделали, как и он. Так, а здесь что у нас написано? А, ну, естественно. Мы это и без вас знали. А, что я сделал-то? Ну что-то их тут так дофига с этими. Только синие руки выдержат клейма и силой свою скверну погубят. Ой, может не читать вообще это. Грифонов приспешных будут пылать, когда Шрикул проснется и бой не конец. Зашибись. Вот и весь переводец. Гугла переводчик. Хорошо работает. Наверное, сами разработчики переводили. А, не брали там сотрудников там, со стороны, к примеру, там не то чтобы со сотрудников, конечно, но какую-нибудь компанию, которая занимается переводом, к примеру. Странно, что нам такие подсказки, да, здесь дают, которые мы, в принципе, и так как бы знали.
Так, здесь что? Ну, здесь, наверное, нам скажут, что мы можем подниматься, да? А, нет. Здесь сейчас нам нужно, да, идти за паролем. То есть можно идти вниз или вверх. Но нам нужно идти вниз. Судя по карте. Так, хорошо. Кстати, тут что-то... Найди. Колокольную песню, да, в общем. Ты чё? Друган, медитируешь тут. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. К нему, пожалуйста, к нему. Да? Угу, вот и наши колокольчики. Ну, прикольно сделано, не знаю, мне нравится. Блин, что-то я засмотрелся на задний фон и побежал куда-то. Что он сделал? Я перестарался. Да, точно. Вот как надо это делать. Ну да, сейчас нам нужно будет зажечь вот эти все запалы. А, опять рискни, да, опять, наверное, нам надо вниз, что ли? А чё рискнуть-то? Ну, понятно чё. Так, а с той стороны надо что? Ух ты, чё бы как не допрыгнул, было бы тогда весело. Так, а у нас здесь есть? И здесь. И чё? Куда нам идти? Налево, направо? Зачем такое раздвоение-то сделали? Ладно. Всегда же можно вернуться, думаю, сейчас мы посмотрим, что с левой стороны. Потом, если что, вернусь с правой. Ой, посмотрю, что в правой стороне. Так, это мы, по-моему, сейчас пойдем. Да, к этим клюкам. В Парамонию и в Скрабанию, или как там она правильно называется. А здесь что у нас? А, все понятно. Все, значит, все правильно, нам нужно идти на левую сторону. Рожденный ради затерянных историй, труженика в плоти. Ради пленников проклятого голодного зверя с железным сердцем, облаченного в панцирный и изрыгающего пламени, первый прозреет, бросит оковы и освободит остальных ужас. Ладно, побежали дальше. Да, Парамония и Скрабания, все верно. Ну, по крайней мере, я хотя бы разбудил. Оп, так, стоп, у нас сейчас сразу можно в любой пойти. Да, точно. У нас ветерочек дует, листочки вылетают из обоих, значит, можно в обои. Ну ладно, мы пойдем, как обычно,
С первого начнем. I saw a Paramodian, ancient and wild. Where paramites lived before I was a child. Hey, Dodger, back up a little. You don't want to get shot. Hey, you don't want to get shot. Just back up. There you go. But we rounded them up, ignored their cries. All right, we got to the main. We got to take off early. I love that. We cut them all up for paramite pies. Всех парамитов порубили на пироги, да? Ну, ничего симпатично, даже здесь сделано. Так. Так, шустро-быстро не будем проходить. А, ступай. Осторожней. Хорошо. Здесь что нам напишет? Ну, чтобы осознать, понятно. Это наш верблюдоподобный друган. Угу. Я успел это сделать. О, ну-ка, надо рассмотреть другана нашего. Ну да, похож, похож. Ну все, что? Тогда поскачем. Поскачем. Нет, друган, мы не поскачем, подожди немножко. А еще промазал. Все норм? Да, все нормально. Но я еще на всякий случай, конечно, возьму немножечко камней. Вдруг я где-нибудь... одного мне вдруг где-нибудь не хватит. Думаю, в этом прохождении пройдем быстренько. Ну, быстренько, не быстренько, как получится, но, по крайней мере, пройдем парамонию, чтобы закончить на ней серию. Беги. Просто нужно бежать, да? Хорошо, давайте бежать. Вау! Еще по нам стрелять успевают. Так, извиняюсь, меня там отвлекли немножечко. Так, а чё ты? Hello. Okay, вот. Наш лифт пришёл. Всё, он сел там, медитирует. Такие маски на них ещё странные какие-то. Так, стоп, здесь же у нас Sleep Speed, да? Ага. Ну, вот так вот, думаю, хватит.
Блин, здесь намного проще, особенно в этом моменте. То есть в оригинальной части игры, как уже повторюсь, раз 50, наверное. Ну все, конечно. Только мед тут какой-то, конечно, немного странноватый, но ничего. Ладно, пусть поест пока. Так, а я взгляну, что тут дальше еще есть. Не, ну здесь нам надо по-любому перепрыгивать, так что здесь не вариант. Ну все, пожал, наконец-то. Думаю, хватит. Вью, тихо. Не-не-не-не-не-не-не. Чё за мной-то летаете? Ну, все что ли? Все, давай, друган, поскакали дальше. О, тихо-тихо. Эйб дошел до храма, чтобы тайны он раскроет. Увидим, увидим. Так, нам нужно освободить рычаг, да? Освободить рычаг мы сможем. Да, вот таким способом. Угу. Много интересно, что не сделаю. Нет, смотри, как глазок не убивается. Вообще никак. Нет. Хотя странно, он вроде бы на нашем уровне таком примерно, да, находится. Чтобы мы смогли, думаю, попасть в него. Ну, ладно. Чё я сделал-то? Эх. Так, ну вот, все, в этот раз нормально должно быть. О! А то что-то я тут заигрался, застрелялся и совсем не сделал то, что нужно было. Не, ну конечно я мог в принципе и попробовать камень забросить. У нас вроде бы есть по идее-то. Так, а чё где? А, он выше поднялся. То есть, тихо-тихо, не надо так делать. Вот же где он. Все хорошо. Опять эти дикие пчелы. Ну-ка, попробую-ка снова сбить их. А, и у нас нету, что ли, ко мне больше. Во-во-во-во-во, тихо. Да вы чё до меня-то докопались? Эй, друган, ты где там? Ай, придется сделать по-другому. А, он так еще кричит. Да что ты будешь делать-то? Когда уже вы улетите-то? Ой, наконец-то. Так, тогда мы шустро это сделаем, атаку. Да, вот все, что нужно было, в принципе, сделать. То зачем-то я тут что-то перешел, давай пешком ходить. Так, такой у нас ракурс немножечко неудобный, но хотя зато обзор такой, да, приятный. Все, бежим. Прибежали.
Он так странно, главное, перепрыгивает и просто замирает. Ничего себе тут внизу, ладно. Вау! О-о-о. Нормальный уровень. Так, стойте. Эй! Фух. Вау, тихо. Так, стоп. Нет, я думаю, здесь лезем. Да что ты будешь делать-то, надо сохраниться. Эх. Все, тихо. Так, а нам здесь нужно что-то делать другое, да? А. Нет, подняться наверх не получится. Ай, там еще эти слиги ходят, сейчас они будут по-любому нас стрелять, да? Все, отлично. Так, а здесь у нас что? А здесь у нас нет ничего. О, собачки. Такие стрёмненькие собачки, на самом деле, они пострашнее даже, чем в оригинальной версии. Но туповатые, правда, очень. А, ну вот, в принципе, мы и пришли на то место, где... Так, где я ушел? А как мне? Прыгивать, что ли? А, ну все, все ок, все нормально. Что-то я даже подсказку эту не заметил, что мы должны были типа здесь подняться, да? Че, бежим дальше? О, блин, чуть-чуть не допрыгнул. Ах, показалось. Я думал, сейчас будем прыгать между ними. Ну да, точно. Скакал как молния, прыгал изо всех сил. А... Так. Стоп, а как я буду... Вниз его спускать. А, ну просто позову, может быть, он побежит. А, ну все, да, нормально. Пароль, нужен пароль. Так, пароль это, конечно, замечательно, но у нас здесь еще есть что-то. Так, давайте пароль посмотрим, что он нам скажет. Не понял. Что тебе надо-то? А, понятно. Нам, наверное, здесь нужно пароль услышать. Да, зачем ты на него залазишь-то? Что-то где-то произошло. Ну-ка я попробую перепрыгнуть. Ага, конечно. Может быть, отсюда попробовать?
Хотя вон что стоприться-то. Так, стоп. Вот что нужно было сделать. Да. Хорошо, что я еще не разбился. Да что ты? Так странно, он прыгает, а зависает как-то в воздухе прям. Так, и что? Теперь, наверное, мне нужно спрыгнуть в одну из труб. Ага, точно. Так, получается, что у нас, значит, так. Вроде бы так, да? Сейчас еще раз послушаю, на всякий случай. Да, все верно. Представляю, такой какой-нибудь мудакон стоит где-нибудь там. Я не знаю даже. Спрятался где-нибудь за каменной стенкой и изображает пароль. Тем самым, да? Нам же ведь не может камень озвучить такой пароль. Ну, все, отлично. Воу. Это я вовремя спустился. Быстрее, быстрее. Ой, нет, где там? Так, все, вроде бы нам не понадобится, да, здесь больше? Да, все, точно. Вот мы уже и подошли к этому храму деревянному. Да, все, последняя ступень. Добрались до храма. А, ну да, здесь мы уже вынуждены попрощаться с Элумом, с нашим. Да. Еще так понюхал, главное. Что-то мы как-то странно здесь его оставляем, да, вообще на произвол судьбы. Так, ты можешь приселяться будешь в него? Ой, там еще песик. Но я смотрю, пробовку уже наставили, так нормально, да? Чтобы... Что с ним? Судороги. Так. Ладно, давайте пойдем дальше и посмотрим, что у нас там имеется это вообще. Ну все, в принципе, попали мы. Это, думаю, сейчас попадем уже в храм сам. Все в паутине так. Как мерзко, да? Нифига их там сколько.
Так, ну что, в принципе, вот мы, думаю, закончим на этом месте нашу серию очередную. И уже, соответственно, увидимся в новой серии на этом же месте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, кому понравилось. Пишите комментарии. Всем пока-пока.